Народ выбрал Польша, Египет, Майя, Монголия и Англия. Карта опять Пангея. Ну, в общем, все как обычно. Так, Удария, значит, бесконечный золотой век. Надо пытаться сделать на 50% дольше золотой век. Длится, и юниты во время золотого века плюс 1 к перемещению имеют. Также плюс 10% к силе. При этом уникальный юнит это бессмертный, он копейщиков заменяет. И двор сатрапов, я не помню, рынок или банк. Сейчас вспомню, рынок или банк он? Банк, видимо. Да. Что, а по сравнению с банком он что дает? Дополнительное золото за каждый торговый путь. Так, ну я бы не уходил. Тут как-то нам так насыпало очень неплохо всего. Что тут, вот тут у горы хуже место. Примерно туда. О! Еще и пошел куда надо. Так, ну начало прям ничего. Так, по сравнению с корейским стартом в прошлой игре, согласитесь. А, еще и плюс 2 к счастью дает. Да, звука от игры нету. Плюс 2 к счастью дает еще. Ну, кстати, крутой. Ну, слушайте, я думаю, что я Персии в рейтинге пятерку поставил явно. Так, что дали культуру? Ненавижу на так рано получать культуру, потому что непонятно, через что играть еще. Ну, буду традицию брать. Когда непонятно, что брать, бери традицию. Ой-ой-ой, я ход пропустил. Извините. Нет, не легендарное, обычное. Но это обычное начало. Это, ну, приятное, ну, нормальное такое, крутое начало, но это обычное. Легендарное тут, тут наваливает, дай боже. Так, сюда. Чисто традиция чеченица, эстетика и вот это все. Опа, я тут рядом с кем-то. С Англией рядом. С соляным стартом. Ну, он на море. И между нами, прямо скажем, пока территория говно. Из того, что я вижу. С другой стороны, это ему скорее надо бояться, что я на него нападу, чем мне. Ну, то есть, до его... Кого там этих... Кто там, я забыл. Йомены они называются. А, ну он сюда куда-то будет еще ставить, скорее всего. Так, лошадки есть. Купить я их пока не могу. Дальше, наверное, майнинг.
Ну, нам, конечно, надо пансион на серебро взять. Желательно. У него еще и соль на лесах, то есть ему можно лес вырубить. У него быстрый старт. Еще. Он еще и ГГшку нашел религиозную, прикиньте. Сразу же. Честно, нет. Ну, посмотрим, как с территории. Я пока вижу, что места есть. Вот тут какое-то шикарное место должно быть. А он же по воде будет ставить, наверное. Ну, хотя, опять же, непонятно, что там в голове у людей. Что, играя за Англию, не ставить на воде. Ну, я видел таких. Поэтому... Ну, тут прям на озере где-то... Мне кажется, у себя какой-то второй город надо вести. А вон там еще мрамор сверху. Блин, мне, наверное, все-таки надо наверх, чтобы его город не встал туда. Тут не так уж и крутое место. Вот тут надо сейчас исследовать. Хотя только... Ну, вот это же место круче выглядит, согласитесь. Там еще майя. А, он тут и гуляет, как он апнул дуболома, где-то тут ходил. Ну, хочется вот сюда, или вообще сюда даже. Ну, типа, чтобы трюфеля и... Короче, начать посмотреть, что здесь. Пока хочется больше сюда, что тут еще больше картинок захватишь. Так, я, наверное, сюда не пойду. Блин, не знаю, не хочется здесь город, на самом деле, ставить. Чисто ради мрамора. Если англичанин здесь поставит город, то я на него 100% нападу. То есть, ну, мне кажется, он незащищаемый. Не, ну точно сюда надо. Блин, а тут майя уже. Но это прикол. Это прикол. Ну, значит, нам срочно в коляске надо идти. Просто. Ну, то есть, если я сюда ставлю город, это автоматическое объявление войны майя, я так понимаю. Правильно?
Ну, тут, походу, надо рашить коляски и пытаться захватить и Майя, и Англию. Видимо, так. Но у меня слишком мало лошадей. Тут еще надо посмотреть. Но мне надо в эту сторону армию вести, чтобы... С персом, ой, с персом, с Майя, если что... Он это тоже все исследовал. То есть, мне кажется, он тоже в эту сторону захочет город ставить. Очевидно. И он еще мой пантеон взял, прикиньте. Он уже вырубил себе. Ну, он тоже, наверное, на поселенца строит. Но мне в любом случае надо идти в коляске. Просто, как бы... Блин! По классике варвары будут мешать мне, а не соперникам, да? Блин, как избавиться от варваров? Почему они не... Ну, хотя тут, конечно... Ну, сейчас меня... Нет, не проатаковал. Так, надо вот тут встать, чтобы это место не заняли варвары. Блин, вообще надо лошадей бы... Так, давайте... Блин... Надо было лошадей идти обрабатывать. Что-то я тупанул. Да, давайте еще рабочего. Thank you.
Так, денег у него нет. Я еще выкуплю, видимо, и золото вот это. Знаете, выглядит так, что он вообще может и ливнуть, когда я город поставлю. Что-то копье тут ходит неприятное. ГГшка. Ну, у меня тут не особо выбор есть, к сожалению. Ну, согласитесь, а у меня есть какие-то другие варианты? Вот просто если так рассуждать. Напиши ему, чтобы быстрее ходил, или я его кикну. Так, и потом мне надо в копья. То есть 4 коляски и копья вот эти делать. Моя, что это за говно? А он кому-то другому, что ли, подселил? Ну, это, кстати, прикол. То есть он, кстати, вот эту территорию раньше меня исследовал. Его тут скаут вот так вот пробежал еще раньше меня, вот это все видел, но он пошел город ставить не в эту сторону, а в ту. Ладно, пока тут два хода обрабатывается, можно, наверное, и святилище построить. Хотя какой нам пантеон брать? На пастбище, что ли? Что на серебро у нас как раз майя взял. Справа свет. Ну, есть, да, но это на один город. Это на один город. Ты предлагаешь, чтобы я сюда ставил, а тут в это время Майя поставил бы город в этом месте? Я думаю, я все правильно сделал. И тем более он Майя еще и подселил поляка, получается. Получается, он не только со мной, ну, точнее, я с ним в плохих отношениях, я его подселил, но и с Польшей, то есть и Польша, ну, то есть майя мы пилим, получается. Надо ГГшку встретить и, может быть, даже раба там украсть.
Традиция, традиция, традиция. Ну да, тут я подселил Майя, несомненно. Ну, то есть... Поэтому, если вы подселяете кого-то, то готовьтесь к войне, а не к развитию. Но если я захвачу столицу Майя, это офигительный буст к развитию мне уже. Согласитесь, К. Так, после копейщиков... Даже, наверное, не после копей, а прямо сейчас давайте пока. Ну, вон, я говорил. Ну, мы потом после... Это значит... Да, надо охоту открыть, чтобы трюфеля обрабатывать. Значит, после... Блин, не так. После мая нападаем на Англию. С другой стороны, я не думаю, что у Майя там какой-то большой выбор. Это все-таки нормальный город. Для игры через воду, там вот это вот все. О, у нас тут еще и рабочий. Там Англия армию тоже строит. Блин. К сожалению, видишь, я не могу. Он сейчас уйдет отсюда рабочим. Пойдет, наверное, сахар обрабатывать. Не могу я пастбище... И схватить рабочего и пастбище разграбить. Ну, либо сюда пойдет. Кстати, а тут производство. Тут что? Тут, наверное, железо. Да, он пошел железо обрабатывать. Блин, варвар меня проатакует. Ну ладно. Потом в календарь. Опять же, обработку бронзы, наверное, можно не спешить пока. Я все равно буду... Или все-таки открыть железо, чтобы производство было. Открытую местность возьму. Что-то как-то не особо пересеченка. Это у него второй город? Он прям второй город это поставил. Ясно. Ну, пускай бы... Так я бы потом не отбил этого рабочего. Пускай бы он забрал, конечно, рабочего, но я бы его хрен отбил. Потом. Так рабочий сразу. Ну, потом бы, значит, точнее, когда-нибудь я с этим лагерем я бы разобрался, забрал бы рабочего. А мне нужно сейчас уже рабочие, чтобы были. Дорогу будут провести. Что-то мне не... О, уже у Майя первая армия. Ну, я думаю, что я успею тут. Я следующим ходом, по идее, я уже буду с первой армией. Чисто одной коляской. Нет. Мне не нравится, что два моих соседа имеют первые армии. Вам нравится? Мне нет.
Нет, третий город у нас Поленки будет. А вот четвертый над Мельбурном, наверное. Хотя, блин, то как-то он тут так территорию захватывает уже. Ой. Немножко мискликнул. Да, давайте откроем все-таки уже железо. Ну, по идее, наверное, вот на этом холме будет, скорее всего. Да, тут солями торгуют у нас в чатике. Прикиньте. Прикольно. Слушай, Артём Печень, это у тебя реально такая фамилия Печень? Или это все-таки ник? Потому что читать от Печени «Желаю крепкого здоровья на новогодние праздники» — прикольно. Блин, май... Откуда у Майя производство вообще? Я вот второй... Я понимаю, что Англия была бы первая, но вот у Майя откуда-то армия. Зато у Майя денег нету. Минус 6. Из Витебска. Привет, Витебску. Нет, так причем тут что-то исправили? У него вот по демографии у него нету производства. Видите, я второй по производству. Первый Англия. Ну, Англия за счет соляного старта. Как бы тут все видно откуда. Ну и у меня видно откуда производство. И я армию при этом строю. Я ж не строю что-то еще. Я тупо строю армию. Или переключиться на промку. Как-то 6 ходов долго. Я, может, переключиться на промку чисто и... Ну, именно на промку и фигачить быстрее коляски. Так, подожди, зачем я... А, да, в Меткалуке я иду. Гелик. Ну, у него 2К, да, ну, это правильно. И при этом армия еще в Англии есть. Вот откуда у Англии производство, я вижу хотя бы. Так, а у него этот... Как вы думаете, у него с глазиком скаут или нет? Может, пока тут варварами заняться? Он еще и караваны уже запустил. Блин, может на Англию нападать? А то мы сейчас его отпустим. Майя, ты что? Майя мы подселили, и все. Я не открыл календарь.
Блин, мне бы золотой век, конечно. Послушайте, там на майя будет нападать поляк. Я, наверное, майя объявлю войну, когда поляк ему объявит войну. Но мне при этом надо... Мне кажется, на Англию идти. Иначе мы его... у него слишком крутое развитие происходит прямо сейчас. Мне кажется, ну, я надеюсь, что второй по армии сейчас поляк, а не англичанин. Блин, тяжелая ситуация, конечно, из-за расположения. Тут в развитие не поиграешь. Может быть, реально надо было в волю вообще брать. Ну вот он на меня пошел, а не я на него. Ну, вот и все. Мы, скорее всего, проиграли игру Англии, к сожалению. То есть я-то тут буду сейчас до конца сидеть. Кстати, а он не шифтом ли случайно подошел? То есть он-то, скорее всего, заберет этот город, но потом у него будет... Там его заберет поляк, короче, мы тут упоримся. Ну, блин, логично, логично, чё. А в это время Англия, конечно, разовьется. Что я могу сделать? Да. Вообще не прикольно меж двух сидеть. Я вышел, чтобы зона контроля была. Блин, может, я зря ему тут дорогу строю? Город-то он заберет. Ливнул. Ну, блин, ну как так играть, чувак? А ведь мог просто меня захватывать, то есть не подселяя поляка, мог бы спокойно, типа, играть. Но меня сейчас заберет компьютер просто город. Не забрал. Вау, вот это... И он не заберет его даже следующим ходом, прикиньте. Так.
Это пример, как классно воюют компы в этой игре. Мог забрать город. Вместо этого он предпочел убить дуболома, которого я как раз и вытянул, чтобы отвлечь на него внимание. Да. И вот чувак лив... Хоть бы город забрал, прежде чем ливнуть. Не, вот на меня он напал все правильно. То есть я его подселил, но зачем он при этом еще поляка на себя сагрил? Ну, видите, он не забирает город, ему нечем просто забирать. Сейчас просто перестреляем ему армию здесь, прокачаем свои юниты и пойдем на Англию. А вот это называется, как он поднасрал Англии теперь. Англичанин мог тут еще нормально играть, а теперь к нему придут. Нет, так меня даже поражает, ну забери ты город хотя бы у соперника и ливни. У тебя один ход был до забирания города, сразу лив, просто. И он реально не ожидал, что поляк на него нападет, то есть он подселил поляка. То есть я его подселил, он на меня нападает, а он подселил поляка, решил, что на него поляк не нападет. То есть, ну, типичный, да, Цива 5 playing style, да? Просто типичный. Что он тут своими скаутами стоит? Так, ну тут, наверное, надо все-таки копье теперь обстреливать. Что он может следующим ходом подойти, ну, то есть через ход может забрать. Так, а что там у лечится в два раза быстрее и сильнее? Так, 12, а у копья обычного 11. Ну, я думаю, наверное, надо поляку войну объявлять следующим ходом. Как вы считаете? Прикол, мы тут еще и можем... рабочего забрать. А, вернем Иерусалиму, конечно же. Так. Дайт. Сейчас еще и поляк ливнет. Так, я хотел... Ага, ливнул англичанин. Точнее, не поляк, англичанин ливнул. Так, на пастбище хотел. Англичанин хотел домики строить, я понял.
Ну, объявили войну, игра закончена. Кайф. Вообще, изи играть в таких условиях. Ну просто, ну блин, ну хоть какие-то яичишки, хоть какие-то яичишки имеются у людей в кармашках. Не, календарь, календарь. Отойти надо, потому что, видите, захватить может рабочего. Опять полный таймер, видите, у меня куча юнитов. Хорошо, что ливнули все, кто будет вопить, чтобы я ходил быстрее. Ну, соляная английская столица, по-моему, круто. Так, нужно ли мне еще... Ну, построю еще на всякий случай. Ну, тут не было бы упорки. Тут майя мы бы точно пилили. Ну, то есть, там поляк захватывает. Тут мне Майя что-то... Ну, блин, просто это поразительно. У тебя один ход до захвата города соперника, да, который тебя подселил. Ну, сделай ты ему хотя бы пакость, прежде чем ливнуть. Благодаря ливу Майя я просто остаюсь в игре. Ну, то есть, блин... Просто бред. Разграбит дорогу, к сожалению. Блин, компьютер воюет. Смотрите, он мог обстрелять Атлатлем, этим Атлатлем обстрелять и попробовать. Ну, мне кажется, равно не хватило бы силы, но мог бы попробовать забрать по Саргану. Вместо этого он просто убился копьем и в него даже дорогу не разграбил. Комп тут, конечно. В первую очередь валите сначала юнитов, а потом уже город атакуйте. Так. Ну, Йорк я сожгу, конечно. Он нам не нужен. Может быть, какой-нибудь... Свой потом поставим где-нибудь тут на реке, например. Боты не грабят дороги? Серьезно? Блин. Почему партия выиграна? У нас вообще-то там есть еще два чувака, которые сидят, развиваются просто.
Там кто-то библиотеку построил. А, библиотеку поляк построил. У нас еще две цивилизации, а это Египет и Монголия, которые сидят, развиваются. Почему вы считаете, что эта игра выиграна? Он тут стены успел построить, блин. Да мы долго будем колупать. Ну, мы заберем, конечно, но колупать будем долго. Так, пора развития. Счастья у нас дофига, давайте... Stoneworks. Или караван даже, или караван. А, неоткуда посылать, тогда давайте амбар. В перспективе мы так игры не выигрываются. Надо в демографии показать. Видите, у меня слишком много юнитов. На 2 юнита больше, чем мои города могут содержать. Из-за того, что они у меня маленькие. Поэтому у меня минус 20% ко всему. Видите, у меня еще проблемы с развитием начались. С умственным, конечно же. Не хватает селена в организме. У меня тут куча производства в Англии. Вот как можно было здесь ливнуть, забирая город, и как можно было ливнуть вот с таким местом? То есть даже не попытаться. Меня вот это удивляет в людях. Ты даже не попробовал. Так, может, кстати, попробовать этого дуболом посела захватить. Смотрите, какое шикарное место. Ну, охренеть. И ты ливаешь из игры. Так, ну я думаю, нам надо захватывать этого поселенца, чтобы он не поставил город.
Что такое мучишь Лондон? Посыпаешь его мукой? Что такое мучишь? Ну, берем, по идее, да? Может, этим уже даже вернуться, что тут как-то варвары мне не нравятся в моем тылу. Дмитрий, 100 рублей на циву почаще. Спасибо большое, Дмитрий. Алёшка, Алёшка. Так, 5-3, а так 4-4. Ну, давайте так. Тем более, что мы тут каменную мастерскую строим. Пока спрячусь в город от этого варвара. Так, надо как-то, наверное, сюда все-таки отойду. Мне кажется, сейчас что-то нам убьют здесь. Ладно, останусь тут рабочим, чтобы чинить все. Не убил. Так, мы захватываем Лондон, я надеюсь. А, у него железа нету теперь, поэтому так быстро мечнику убился. Добиваем Йорк и идем поленки забирать. Пока не отправляю караван, надо с этим лагерем, с этим варваром что-то сделать сначала. London is not the capital of Great Britain. Еп. Да, могли меня попилить. Гении на Англии Майя. Ну там, короче, игру Майя сделал. Потому что Майя подселил поляка и сагрил на себя. А потом еще, когда на меня нападал, ливнул. Вместо того, чтобы захватить у меня город. В Йорке 5 пищ, потому что тут все, а дворец переместился. Теперь дворец здесь. Дворец дает сколько там пищи? Ну, сколько это пищи дает? А, не дает? Ну, значит, от этого, от земельной элиты, видите, две еды в столице. То есть это она две еды дала, а так тут три. Кстати, а вот три от чего здесь? Фиг знает. Еще не отправляем.
Артемиду построили. Торговля с Египтом на крабы. Так, а что мне надо вообще? Какао, мрамор. Ну, а, он отменил. По идее, мы и скаутом можем забрать, но на всякий случай подойду этим бессмертным. Так. Пошли в деньги. Ну так... Ну хотя у меня 6 счастья пока есть... С другой стороны, Лондон могу. Сколько ходов? 2. Ладно, давайте поторгуем с ним крабом. Да, это вообще шикарный город. Я удивлен, что англичанин реально ничего не сделал. То есть он просто слил эту игру. Там... Майя хотя бы армию построил, а англичанин просто слил. Общение стратегов современным. Go away, fuck you. От закрытия традиции. У него не закрыта традиция. Реально, опять. Ну, может, у него амбар там построен еще? Амбар же дает тоже от центра города. Даже сжечь нечего. Ну, здания никакие не разрушить. Жаль. Я бы поразрушал здание. Надо тут где-то все-таки город ставить. Будет как-то, ну, чтобы соединить города, не знаю. Но пока мы, конечно, этим майя должны заняться. Как-то дорогу надо тут вести все-таки. Как бы то ни было. Да, теперь на поленке. Теперь на поленке. Просто какая-то херня строится. А, не, монументы не нужны. Давайте библиотека.
просто типичный пример. Опять думаю о произошедшем, да, что пример того, что если бы люди не ливнули, они бы победили. Ну и там договориться им надо было между собой, конечно же. Что бы я тут мог сделать? Да ничего. Я тут постою, позасвечиваю, чтоб варвары не появились. Мы закрыли традицию. Эту херню убиваем. И врываемся в поленки. Блин, надо было... Хотя, наверное, генерал не добежал бы пока. Тогда ладно. Ну, у него тоже уже генерал. Генерал не с неба упал. Насколько далеко столица Польши, без понятия. Кстати, с Панамой можно мир заключить. Мельбурн хочет найти Польшу. И Ормус хочет Польшу, да? Тут хотя бы без стены. Просто думаю, может этот караван из Поленки отправлять, а не из Лондона. Я думаю, сейчас из Лондона в Персеполис. Понимаю, что тут могут варвары появляться вообще изи. И будут проблемки у нас тогда здесь. Наверное, минус, да. Минус коляски некоторые, ну что поделать. Тут надо... Ну, думаю, Поленки следующим ходом падает. А, от союзных ГГшек? Да, кстати, точно. Панама как раз морская. Ну, или торговая, как это называется.
Да, кстати, тут гелик хорошо встал у англичанина. А как это он мне убил иммортала? Несподеванка. Так, а нам хватит вообще? Ну, вроде да. Красота. Так, а тут есть вообще амбар-то? А, тут нету амбара. Ладно, может наоборот в поленки отправить пока. Блин, как я так походил? Как мне показывал? А, ну да, я по дороге мог, что-то я тупанул. Да, осталось поднять экономику. Ну, а сейчас золотой век, во-первых, начнется. Три. Четыре. 5-6 рабочих. Нормально. Деньги, ну, наверное, философию, тем более в Поленке есть библиотека. Нет, вообще, счастье у нас пока есть, давайте вот это, каменную мастерскую. О, я Польшу. А где я нашел Польшу, извините? Типа игра говорит, ну, у меня... Я выполнил задание городов-государств найти Польшу, только это что-то я ни хрена не вижу ее. Так, сколько нам? Три хода до нацколледжа. Давайте рынок пока. Даже не знаю, надо ли мне еще города ставить. Что длинная дорога. Персеп, ну, Лондон просто много денег даст, когда мы соединим их. Да я уже нашел поляков, в том-то и прикол, что мне только что выполнил задание. То есть задания выполнились. Так, Панама, Мельбурн защитить, Иерусалима и Ормус. Thank you.
Кстати, тут мрамор может и четвертым радиусом просто присоединиться. Может, мне и не надо тут кое-что. Я не знаю, вот как вы считаете, мне надо еще город вообще? Это как так выглядит? Я бы скорее Иерусалим захватил, чтобы как-то вот... в так... А вот, польская. Ну, это бывший город Майя, я так понимаю. Тут джунгли. Так, там еще Польша с кем-то, видимо, с монголом воюет еще. А мы свое отвоевали. Как они там воюют у себя первые по армии? Можно, кстати, дань пособирать. Попробовать, во всяком случае. Так, и, наверное, поленки надо аннексировать. Опять же, какую-то херню тут строит. Амбар, рост. Так, в Персеполисе. Я уже дострою минт, потому что это куча бабла нам даст. А потом нацколледж. Так, дальше. Мачу-Пикчу нигде невозможно. Ну, в Поленке возможно, но там три жителя. Неохота. Кстати, тут конюшня было бы неплохо, я думаю. Мы ее не открыли еще, да? Ну вот давайте откроем как раз конюшню. Чеченицу нет, наверное. Ну, я думаю, там Египет построит. Тут все воюют. Египет единственный, кто домики хреначит. Во всяком случае... А, подождите. В Средневековье еще никто не вышел? Вау. Ну, тогда у нас еще есть шансы. Спасибо. Денежка от Мбанзы Конго упала в копилочку персидскую. Да, ну шикарно тут у нас все, ничего не скажу. Шикардосик у нас такой небольшой. Ну, нормальный, нормальный шикардосик. В смысле на отшибе? Прикол, да? Говорит, сидишь на отшибе, блин. То есть Лондон и Поленки — это персидские города, вот эти знаменитые.
Кайф. На отшибе сидит. Так. Или все-таки конюшню сначала. Давайте, наверное, сначала конюшню. Если я ее открывал. Так, и здесь конюшня тоже в тему будет. Может на поляка напасть, раз у него там с монголом терки. Так, дорогу в Мельбурн, дорога в Иерусалим и караван в Ормус. Ну, караван в Ормус, кстати, можно подумать. Дорога в Иерусалим и в Мельбурн. Чё-то далековато, не? Красивая. Красивая демография. Пошли, наверное, этим скаутом территорию исследовать. Он у меня прокачан на... Блин. Вот я о чем и говорил, что посылать караван в Лондон, это вот с этими варварами потом дело иметь. Блин, я уже не переварю поляка. Ты видишь, мне не хватает счастья. Мне надо экономику поднять. Слишком много в войну. Вбухали. Thank you.
Петру. Так, а мы не можем в Лондоне Петру построить, подожди. Тут же нету пустыни рядом, ни одной клетки. Вообще нигде не можем Петру построить. Поляк еще с каким-то поселенцем идет. Вроцлав прям здесь. Всего две религии. Кстати, так я могу религию основать. Не понял. А, вот. Ну тут хреновое место для города, а надеяться, что это ради Петры, мне кажется, странно. Ну, то есть ставить там город ради Петры чисто. И в средневековье до сих пор никто не вышел, кстати. А, нет, поляк вышел. Так, что-то я пропустил, когда он это сделал. И он вышел в гражданскую службу, да. Ну вот и Петра. Петру построил поляк. Что-то мне не нравится его тут концентрация армии. Так. Что, эстетику, да? Ну, типа, чтобы великие музыканты генерировались быстрее для персов. Так, один ход. Ну, мы попробуем все равно чеченицу построить. Давайте Колизей один ход. Цирк, наверное. А сколько у нас несчастных от... Блин, как бы посмотреть несчастье вот это конкретно от этого города? Что-то никак, по-моему. 10 это купил. Наверное, кажется... Суд больше несчастных уберет, чем рынок. Так, основываем религию. Персы у нас будут исламистами. Не понял, а что народ там в религии взял? Почему самая крутая религия осталась? Прикол тут, конечно. Жесть.
Жалко, золотой век кончился. Так, дальше давайте акведук откроем. Сруб на чеченицу. Ну, вообще, да, давайте. Не видать, чтобы он строил чеченицу, да? А, то есть... Вот сюда Майя поставил город. Ну, короче, тут у Майя, конечно... Короче, тут самый... Кому не повезло, это Майя. Прямо скажем, что здесь он не подселил поляка, что здесь я его подселил. А где ему... Куда ему было ставить? Еще. Просто некуда. Просто некуда. Это невезука. Ему надо было, видите, либо сюда. Он тут даже выбирал, кого подсел. Да ладно, построил чеченицу так быстро. Спросить. Так это чудо для перса. Понятно, что перс будет стремиться в него. Так, ну, наверное, тогда нету пока смысла вырубать. Или, или на стену вырубим. Стоять тут, позасвечивать. Или в университет. Веры пойти. Так, в Лондоне, кстати, можно караван построить. Думаете, в Нотр-Дам надо? Ну, просто нам нужна чеченица, которая теперь в Варшаве.
монгол. Да, Лондон прекрасен. Как вот человек с таким местом даже не попытался ничего сделать? Что у меня со словом together? Что-то я постоянно не могу его. В смысле, так я тут все исследовал уже. Что тут еще исследовать? Вон эти границы Египта. Имеешь в виду вот тут посмотреть? Не знаю, не хочу, там страшно. Так, караван. Парфенон. И туда, в Персеполь. Мрамор, специи, цитрусовые. Так, стена уже наша, потому что я хост. Я так понимаю, что поляк как-то подселил монгола каким-то образом.
Блин, а как-то ж можно было посмотреть, что он строит? Но это не дорога, это явно это пастбище. А что, у меня только два метка лука? Что-то мало. Так. Если долго навести, ну-ка. Вот так? Или на место, где он строит? Я помню, что как-то можно раньше было посмотреть. А, вот, точно. Три хода, конструкция, пастбище, да. Парфенон не даст... Блин. Так я правильно, я переключил на мастерскую. Мне казалось, ты сказал, что типа уже мастерская построилась, и Парфенон, я что-то вместо Парфенона. Я хочу сначала мастерскую, потом Парфенон. Все правильно. Так. Этих ребят. Плюс еще надо будет. Блин, вообще бараки. Просто бараки сейчас будут деньги тратить только. Может, давайте кузню лучше вообще. Просто я хочу следующим ходом переключить на строительство гильдии артистов. Мне же надо будет Золотой век как-то запустить. Ну вообще да, тут давайте мы тут ферму будем строить.
Так, Иерусалим хочет мусульманским стать. И все, больше никаких других нормальных заданий от городов нету. Все еще красиво. Египет там что-то пытается в развитии. Ну, он сейчас, конечно, в универы пойдет, вот это вот все. Но сколько у него городов? Ну, 4 тоже. Ну, и там большая столица явно. Он, наверное, на море все-таки отъедается. Я, кстати, походу реально Иерусалим надо будет брать, если я тут поляка возьму, чтобы у меня как-то была империя соединена. Нотр. Тоже поляк? Нет, Египет. А, Египет все-таки в Нотр пошел. Значит, не в универы. Так, наверное... Отложим на один ход. Ну или чуть больше. Я хочу немножко побольше. Ап 70 стоит. Денег у меня до хрена. Я бы лучше побольше меткалуков сделал. Так у нас раз, два. Будет 3, 4. Ну хотя бы 6, что ли. В Лондоне не делаю, хоть там и много производства, потому что везти оттуда очень долго. А этих, кстати, можно в копейщиков уже апнуть. Я понимаю, это монгол построил статую Зевса. Да. Ну вот, два хода еще буквально. Построим и го. Thank you.
Надо бы уже дорогу тут построить, конечно, через речку. Ну, если он меня ждет колясками, то у него есть деньги тоже на какой-то апгрейд. Но это коляски стоит, по-моему, 95 апнуть в рыцаря. То есть это буквально 3 коляски. Из Поленки отправим в Персеполь. А у нас куча лошадок и так. У нас денег скорее на ап нету, чем лошадок. Кстати, тут две жилья, тут кузня тоже зашибись будет. Так, здесь нацэпос надо. И потом пойти в адукацию.
Терракотку, да, блин, нам есть что строить и без терракотки. Думаю, монгол не будет воевать с поляком, но без разницы. Нам надо было нападать на поляка. Так, а где там наш золотой век? Следующим ходом, да? Или нет? Да, следующим ходом. Блин, что-то как-то я... Ну, сюда надо рыцарем забегать, конечно. Что-то не пролезть никак. Терракотку. Ну, вообще... Так, что у нас там еще нету Свордсмена, да? Пайкмен есть, Найт есть, Кроссбоумен есть. Давайте катапульту. Тут Свордсмена после National Epic. И тут, соответственно, терракотку. Thank you.
О, мрамор еще добавился. Кайф. Еще у нас, видите, коляска будет. Ну, нормально, в принципе, терракотка-то. Нормально. Это что такое? Не убил рыцаря. Блин, а подвел бы сначала генерала, а потом обстреливал рыцаря. Убил бы. Ну да ладно. Уже походил. Зачем на страт-режим переключить. Так, а как мне... Мне только вот отсюда, получается, катапульты можно как-то обстреливать. Столица в 6 жителей. Ну, короче, монгол тут не игрок просто.
Ален. Да, терракотка тут в тему. Имхо. Сука, у нас два хода. Ну, давайте сады построим, ладно. Так, тут Iron Works можно. Может поджечь попку монголу и разграбить ему дорогу? Он же все равно нихера тут не делает. И мне он сделать ничего не сможет. Пика про... А, не вижу юнита там. Так, тут что-нибудь у нас лечится. Вроде нет, ладно. Жалко. Просто дополнительное перемещение. Это вот ни у кого другого рыцарь бы не смог так проатаковать. А у персов может. А, так тут есть дорога. Вот сюда нам надо. А, я уже проатаковал. Thank you.
Зря, мне кажется, он на этого рыцаря отвлекся. Тут есть и пожирнее цели. Блин, ну что-то Иерусалим сюда встал. Не в тему. Так, как мне тут эту катапульту всунуть? Ну, блин, там же будут убивать ее. Или в этих выйти. У меня есть вообще деньги еще на ап? 211. 4 хода, у меня минус 100 будет. Не, мне даже просто не апнется ничего, так что лучше в двор сатрапов. Блин, еще так все быстро приехало. Ой, нет, забыл все катапульту ставить, ладно. Тяжело с перцами, просто, они просто пролазят в те места, в которые другие цивы бы не пролезли. Понимаете? И это очень неприятно. То есть любая другая цива вот в этом месте, она бы не смогла ничего сделать. Ну, как мне кажется, так. Да, мировую религию давайте нашу. Носик чешется. Ну, как видите, монгол даже не планирует нападать на поляка. Я не знаю, считает, меня обманул или нет, но... Просто он просто по развитию отстал. Он даже не в состоянии что-то там ему сделать по-хорошему.
Да, вот попробую сейчас тут вырубить. Мисклик, ладно. Тут просто джунгли, а тут не холм, нет. Тут джунгли, они будут дольше, чем лес вырубаться. А тут не холм, что ли? А, тут не холм. Ой, а чё я рыцаря не добил? Пагоды еще есть. Нормально. Ну, давайте защитник веры еще возьму. Короче, в религии взял вообще все, что хотел. А у Египта что, нету веры или что? В чем дело там у него? Тот лес, где у меня мечник. Про этот? Ну, я хочу эти джунгли еще сначала вырубить. Ну, возможно, да, и там надо, наверное. Я не знаю, как Вроцлав защищать. Никак. Да, морские, видите, Фивы и Мемфис, морские города. Закончился золотой век, теперь не так шустро будут юниты бегать. Но я думаю, что мне хватило, даже вот сюда встану, мне хватило того времени.
Тут уже все. Вроцлав берется, а так как Вроцлав берется, то дальше тут просто открытая местность. Просто тотальная война всю партию. Ну я честно скажу, я бы на поляка не нападал, если бы он чеченицу не построил. Почему так этого мечника хотел убить? Кто-нибудь понимает? Хватает. Думаешь, Египет улетает? Я так не думаю. Египет просто сидит, деградирует, домики строит. Он типа, и еще он пишет ГГ, должен идти. Но это не улетание. У меня в будущем просто все. То есть нам осталось поляка забрать и все. Ты сюда зря встал. Да, забыл, что у меня стена. Ну, то есть у него минус генерал получается. Ну да, тут может заканчивать, мне кажется, партию. Честно говоря.
Тоже все понятно. То есть мне игру выиграл Майя, который ливнул в тот момент, когда мог захватить мой город. Я не знаю, конечно, Персия под Золотым веком — это что-то нелегальное. Просто пробивает все любое. Никакой Килиманджаро не надо, вообще ничего. Ну, потому что тут определенное умение надо все-таки за нее играть. И вот у меня первые две войны без Золотого века получились. То есть я бы не сказал, что там вообще какие-то бонусы были. Ну, у меня у Персии в рейтинге цивилизации пятерка, конечно, стоит. Понятно, что это круто. Это очень круто. Просто вот за счет золотых веков. Ну, то есть, получается, в средневековье, когда Персия 100% может получить золотой век, ты с ней просто ничего не можешь сделать по-хорошему. Деньги, во-первых, от захвата Майя и Англии, во-вторых, от взятия Дании с ГГшек, в-третьих, Англия построила Геликарнас. То есть я, ну, с Гелика еще имел бабло. Да, Лондон жирный. Я не знаю, почему чувак ничего не делал. И он еще гелик построил. Три соли, два железа, два камня. Чувак даже не попытался со мной воевать, когда ему войну объявил. Не знаю. Че люди приходят сюда вот играть? Для чего? Кстати, ладно. Все, мы уже заканчиваем. Пофигу, какие там верования.
Ну, я бы не сказал, что у меня плохой город. Конечно, по сравнению с Лондоном хуже, но у меня тоже очень хорошее место старта. Просто получилось, что у меня тут Майя, тут Англия зажат. Но хуже всего, конечно, у Майя были, потому что у него тут Польша, тут я, а ему реально только ко мне или к Польше селиться, у него нету места вообще. Вот у Майя просто не, тупо нету места. И он меня, вот он Пасаргады забирал. Он забирал Пасаргады, но вместо того, чтобы забрать Пасаргады, ливнул, когда Польша на него напала. Такой оказался не без силы воли, так сказать. Заберем столицу Польши и закончим на этом. Монгол зачем-то? Ну, монгол, вот кто на отшибе был, так это монгол. Сиди, развивайся, не знаю, чем он тут занимался. Так, а что там? В католицизме мечети, а в протестантизме кафедрал. Ну вот протестантизм можно реально обращать. Эх. Чуть не хватило этим ходом взять.
Ну, на этом все. Еще раз напомню, 31 декабря я планирую постримить, новогодний стрим сделать, такой вечерний, вместе с вами повстречать Новый год. Играть не будем, будем просто подводить итоги, там вспоминать, что нам нравилось, какие лучшие игры года для вас, какие лучшая музыка, какие лучшие сериалы. Будет трибуна открыта, то есть не только я буду говорить, но и вы. Можете все что угодно прийти, сказать. Будем отмечать наступление Нового года. Потому что у меня будет утро еще, день, знаете. Я всегда тут в Америке час дня, уже все, со всеми Новый год встретил, типа такого. Давайте еще здесь голосование, выкладывать ли эту партию. Понятно, что ту за Корею мы не будем выкладывать. Так, создал опрос, проголосуйте, пожалуйста, быстренько. Да, в этой партии чисто два подарка. Незахваченный мой город. Ну, я думаю, что я бы потом бы отбил, я не знаю, он бы сжег мне его или что. То есть у него, он просто здесь смог сконцентрировать армию больше, чем у меня было. Я тут отвлекался по сторонам. Но по-хорошему англичанину надо было тоже, наверное, подать. А англичанин, я не знаю, что он делал. Он даже не попытался сопротивляться, ничего, он армию не строил. Англии надо было тоже... Мы ж не видели. Мы вот видели вначале вот эту часть, да? Уже, даже эта часть уже неплохо город. А потом вот это вот, то, что у него вот здесь вот такое производство офигительное, мы потом только увидели. Ему надо было вот эти два города ставить, отъедаться это, и в это время тут коляски фигачить и на меня нападать. Это и на самом деле ему надо было меня захватывать. Ну, не знаю, такие вот посидели. Чё сидели, играли, непонятно, честно говоря. Ну ладно, большинство тут, больше 90% очевидно за выкладывать партию, так что на этом я завершу. Спасибо, что смотрели, играйте в умные игры, слава Украине, живи Беларусь, всем покеда.